В древности существовало поверье, что существуют на Земле места, в которых живет гений, гений места. И когда человек попадает в это место, раскрываются самые лучшие его качества. Для 725 лицеистов классический лицей номер один стал тем самым местом, где можно заниматься исследованиями, искусством, спортом, пробовать себя в общественно полезной деятельности. На торжественную линейку собрались отдохнувшие лицеисты и их родители, педагоги и почетные гости, а право поднять государственный флаг предоставили многократному победителю конкурсов и олимпиад, 11-класснику Юрию Тасуняну. Те знания, которые дают нам здесь наши учителя, а они, без сомнения, профессионалы своего дела, эти знания, во-первых, позволяют нам на высокие баллы писать единый государственный экзамен, поступать в лучшие вузы страны, это подтверждает статистика, потом трудоустраиваться на высокооплачиваемые и престижные работы. И более того, в нашем лицее нам прививают, конечно же, чувство патриотизма, любви к родине. Кто-то готовится к ЕГЭ, кто-то переходит на следующую ступень получения знаний. А 65 лицеистов сегодня новенькие. Легкий спать простым мальчишкой, а проснулся школьником. Долго утро ждал такого, не замкнул почти что глаз. Я в лицей шагаю гордо, самый главный первый класс. Первый звонок и старт новому учебному году дан. А значит, можно начинать разговоры о важном. В начале каждой недели в лицее будут ждать почетных гостей. Ветеранов, политиков, ученых, врачей и спортсменов, которым есть чему научить подростков. Главное оставаться всегда уже по жизни порядочным человеком. Воспитание, которое нам передают родители, воспитание, которое нам дают в школе, в институте, мы должны внести его в общество. Мы являемся частью, как я говорю, нашей большой страны, и давать им хороший пример. Татьяна Цепелева, Виталий Ступаков. Первый ростовский.